Всем привет! Мы уже дома у родителей. Мы уже бросили дедушку нашего. Мы уже бросили нашего дедушку. Он немножко плакал за нами. Не хотел, чтобы мы уходили. Он так стоял, так сказал даже. Я не знаю даже, что сказать. У него слезки были на глазах. Но мы его обняли, успокоили. Сказали, что его дочка скоро приедет. Вот, и все. Доставили ему обед. В общем, он там сам гуляет. А мы сегодня отдыхаем. Ура, у нас каникулы, 2 дня. Класс! Сегодня мы пойдем обедать в ресторан на берегу моря. Мы заслужили. Все, мы идем на лакшери обед. Сейчас выберем самый дешевый рестик, пойдем покушаем. Скажем, что там было очень вкусно. Сегодня здесь еще в Испании праздник 3 королей. Королей магов. Как рассказывала нам мама, дедушка, за которым мы смотрели, и Википедия. Википедия была самой троём полезной информацией. Да, они троём сидели, нам рассказывали. Согласно Библии, эти 3 короля, они приехали с Востока, с каких-то арабских стран. Вот, они приехали, прискакали верхом на верблюдах. И они приехали, я не знаю, почему в Испанию. Это, наверное, по всей Европе такое празднуется, не знаю. В общем, они приехали увидеть Иисуса Христа новорожденного и принести ему свои дары. И сегодня они будут идти по главной улице, по главному проспекту Марбее. Раскидывать конфеты и подарки. Да, это будут их дары. А детки будут собирать конфетки. Мама так рассказывала. Детки. Ну, мы тоже будем собирать конфетки. И испанские дети не пишут писем Санта-Клаусу, а пишут письма этим 3 королям-магам. Катя написала письмо королю-магу? Нет. Поэтому ты без подарка ходишь, да. Спустились к морю, потому что Катя сказала, что мне нужно сделать новую фотографию. Новая рубашка, новая фотка. И здесь люди вон загорают. Смотрите, раз. И там целый пляж. Вот там даже с зонтиком, все серьезно. Класс. Зима. Даже сгореть можно. Да, даже сгореть можно. Ты прав. Ну, рассказывай, Кать, как тебе здесь? А. Я здесь. В общем, мы наконец-то нашли место, где мы захотели сесть. Потому что мы до этого были в одном ресторане, называется Эль Барко. Очень классный ресторан, но там нет места на улице. А внутри там темно и как-то. И мы пришли на пляж, нашли здесь ресторан, называется Базилио. Базилио? Как код Базилио. Здесь нам через 10 минут после того, как мы пришли, дали столик прямо на пляж. Рыбку принесли. Да, это пакерон. Пирони. О, мульен. Чупиронес. Бакаронес. Димонес. Димонес. Бадонес. Каламары спритос. Мы заказали всего по полпорции. Они огромные, эти порции. И очень дешево, кстати. Каждая порция стоит 5 евро. Да, где-то 5-6 евро. Где-то так. И вот нам принесли. Но, честно говоря, я не знаю, как это называется. Ни на русском, ни на испанском, ни на английском. Я не знаю. Это какие-то штучки с черненькими глазками. А может и не глазками. На что похоже, Дим? На все это. Все одинаковое. И жареный сыр. Катя... По солнцу, мне уже голова болела, просто я одела Диме на очки. Да, забрала мне очки. Все, мы уже ушли с этого ужасного места. Да, которое нас так накормило просто. Да, вообще, мне аж плохо, если честно. Мы так наелись, потому что там написано... Дима, это не умеешь останавливать.
Там написано порция пекиньо, маленькая. Она вообще нифига не маленькая была, она была огромная порция. А мы заказали 5 блюд, потому что мы думали, что будут маленькие порции, мы сможем все попробовать. В итоге мы все пооставляли по чуть-чуть и взяли с собой. Вот. А через полчаса будут ходить короли. И мы пойдем посмотрим. И будем собирать конфетки, будем бить детей, чтобы забрать больше конфеток. Кого? Пакеты взять. Зачем? Пакеты на конфеты. Пакеты на конфеты, хорошо. Пошли домой, быстро за пакеты. Сегодня просто очень жарко. Особенно на набережной, где солнце. Да, сейчас 20 градусов. И британцы, которые в шортах и футболках, теперь не кажутся ненормальными. Думаю, сейчас в футболке и в шортах было бы в самый раз. Мы подходим уже к этому месту, где будет происходить фиеста. 6 часов выходим в короли. Вот, а сейчас без 20. Так много людей, особенно детей, они ждут у дороги, пока когда будут проходить короли. Хотя жалею, что мы не взяли пакет, чтобы конфеты собирать. Да, куда ты сейчас конфеты пришла? Все дети с пакетами такими большими. Он говорил, ну зачем эти
идет. Очень круто, нам так понравилось. Это было очень прикольно, очень весело, все так радовались, такая атмосфера классная. А для детей это вообще просто рай. Вы видели этих детей, они все такие, вау, супер, класс. Все ловят эти конфеты. Ну, никто не дерется, конечно, но очень быстро все. Я... Вообще можно было собрать, наверное, в раза... Вообще можно было пакет целый собрать. Я не сильно старалась, это то, что мне просто прилетало в руки и в голову, и запутывалось в шарфе и в волосах. Это еще я не ловил, потому что я снимал. А Дима снимал, да. Если бы мы ловили вместе, то можно там было бы еще идти на рынок продавать завтра. Вообще конкурировать с детьми в деле собирания конфет очень сложно. Не стоит. На самом деле. Даже да, пробовать. Даже не пытайтесь. Я сейчас пью вино 88-го года. Запах у него очень вкусный. И вот бутылочка его. Смотрите. Смотрите, вот. 1988. Старше, чем я. На 7 лет. На 7 лет старше. Этой бутылке уже было 7 лет, когда я родилась. Смотрите, какая старая-престарая бутылка. Смотрите, это Роскон де Рейес, пирог королей. Его едят на этот праздник, который сегодня и завтра, это День королей. Внутри этого пирога подарки. Там есть 3 фарфоровых короля, есть бобы, есть еще что-то, мы посмотрим потом. И тому, кому попадаются короли, тот будет счастлив. Тому, кому попадается черный король, тот вообще выйдет замуж. Особенно, если вы мужчина, вы точно выйдете замуж. А тот, кому попадаются бобы, платит за этот пирог. А этот пирог стоит где-то 8 евро. Вот здесь еще в комплекте идет корона, которую я сейчас одену на голову. Ты же королева. Да. Все, я режу пирог празднично. Мне попался король какой-то. Это чернокожий король. Да, чернокожий король. Масюк. Да, статуэточка. Смотрите, это Боб, который никому не попался. Все, мы уже спим. По крайней мере, Катя уже спит. Я тоже засыпаю. Поэтому увидимся завтра. Спасибо, что нас посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.